точки зрения вот формирования будущего нужно различать те проекты, которые должны быть сначала оформлены и по принципу размещения на сайте вот этих проектов, а настоящий проект, он сам притягивает финансирование. То есть к нему встают в очередь на его финансирование. Это вопрос включения в среду коммуникации, в среду обмена, в среду выстраивания вот этих вот партнерских связей и отношений. И ты, попадая в эту среду, ты видишь, кто что делает, кто что готов финансировать в конце концов. И, собственно, ты получаешь все ресурсы для создания собственного проекта. Сам по себе экран и логика сайта, она интерактивная, и ты имеешь право, например, проголосовать против всех. И ты уже включился, и ты можешь либо найти там людей, с которыми тебе интересно разговаривать, и ты уже попал в сообщество. Если это получается, а оно получится, это уже очень серьезная наработка и заявка. Потому что вот этих форматов вовлечения людей в какую-то совместную деятельность, но их очевидный дефицит. Основным результатом этого проекта будут вот эти наработки и формы, и технологии уже как бы описанные, вовлечение самых разнообразных людей и групп людей вот в эти процессы управления будущим, процессы создания будущего, вот эти творческие, креативные процессы и как бы соорганизации любых человеческих инициатив. Это очень заманчивая идея. Это любые люди, как принято говорить, аудитория all people, да, которые могут на это посмотреть, заинтересоваться и что-то свое по этому поводу сказать. Идея фестиваля и экрана – это такая завлекающая форма, такая ловушка для каких-то интересов и инициатив людей. То есть там собирается вся информация, которая позволяет человеку заинтересоваться и уточнить какие-то элементы вот этого формирующегося будущего. В этом проекте ничего не продается, и людям не навязываются никакие товары, услуги. Это вопрос личного интереса и включения себя в какие-то процессы, которые видны на экране. А создание вот такого привлекательного экрана, когда бы человек посмотрел: ух ты, а я через год ведь там могу, а я через два там могу. И появляется вот это вот видение и собственного будущего, и такого коллективного будущего через экспозицию на экране вот этих проектных инициатив. Первое, что вы можете сделать, это вы можете проголосовать за что-то, что вызвало у вас интерес, и какую-то свою оценку дать. Если вы говорите, что вас интересует та или иная тематика, и вы готовы участвовать в обсуждении этой тематики. Например, вас интересует там развитие городской среды, уборка мусора или, значит, развитие каких-то там молодежных субкультур, все что угодно. И вы эту тему заявляете, и вы уже участник проектов. Ну а третий вариант – это когда у вас есть проект того или иного масштаба, начиная от изготовления каких-то вещей, которые нужны будут в перспективе, заканчивая социальными системами, социальными структурами и самой технологией вот этого строительства будущего. Проект как бы участвует или адаптируется вот в этой новой складывающейся реальности цифровой, где преобладает экранная культура. Причем эти типы культур, они традиционные, экранные, они сосуществуют вместе, и мы примеры видим на каждом шагу, когда сидят в кафе люди и общаются друг с другом при помощи мессенджеров. Возможности экрана и управления экранного, они как бы многообразны, перспективны, они технологически оформлены, это нужно принимать и с удовольствием это дело использовать.